Каждый день вот по этой дороге. Петродворец – город фонтанов, об этом все знают. А про завод, про Петродворцовый, часовой, он ведь тоже знаменит. Нину Сергеевну Козлову по совместной работе я знаю с 1955 года. Она пришла к нам в цех на операцию выборка масленки. Даже еще не выдержав свой ученический срок, она нам давала двойную норму выработки. В 1960 году ее бригада получила первое по району звание бригады коммунистического труда. Сама Нина Сергеевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Как работница Нина Сергеевна, передовая, как и прежде, идет впереди, показывает всем пример и в труде, и в дисциплине. Также ведет большую общественную работу. Она у нас является членом парткома. И в 1971 году за ее трудовые успехи получила звание Героя социалистического труда. Из какой вы школы? Из 319. Какой класс? 7-й. 7-й? Гости пришли. Сегодня гости, завтра хозяева. Очень хочется, чтобы это было именно так. Ну, я, ребята, работаю в камневом производстве очень давно. С самых юных лет своих, 16 лет. Поэтому я уже настолько привыкла, и вот эта работа, она кажется мелкая, но она мне очень нравится. Каждую работу нужно любить, и в каждой работе всегда есть свой интерес. Это же ведь очень интересно. Вот перед вами лежат часы, они не ходят, они мертвые. И вдруг им подали жизнь, и они пошли. Поэтому я свою работу люблю. На 7 камнях, на 18, на 20, настольные, карманные, для врача, для геолога, для летчика, для рыбака. Нина Сергеевна Козлова и вправду одна из тех, кому подчиняется время. Таким мы привыкли видеть цех сборки часов. Для Петродворцового часового завода это уже вчерашний день. Здесь конвейер заменен комплексно автоматизированными участками, которые позволили сократить количество работающих и повысить производительность труда сборщиц в 4-6 раз. Бригада делегата 25-го съезда КПСС Евгении Андреевны Холиной – одна из лучших на предприятии. Если раньше 5 человек собирали за смену 600 комплектов часов, сейчас всего двое собирают 3500. К 60-летию Великого Октября коллектив завода обязался завершить перевод всех операций сборки часов на автоматизированные линии. А это новинка заводской продукции – электронные часы. Они отличаются высокой точностью и могут без подзарядки работать в течение года. Support on the next new phone. I
So day, me say day, me say day, me say day.